номер называется «Серьезный разговор с сыном». Здравствуй, папа. Здорово, Андрюха. Ты звал меня? Ну да, слушай, Андрюха, надо поговорить как бы нам серьезно. Ты уже взрослый парень уже, школу скоро там заканчиваешь. Все, надо с тобой как бы по-серьезному поговорить. Как бы, ну там уже у тебя уже девчонка же есть у тебя, да? Там все. Нету девчонки. Нету девчонки? Нет. Ну а так, чпокаешь кого-то? Нет, а зачем? Что, не чпокаешь никого? Не. Ну ты странный, Андрюха, ты че? Я в твои годы чпокал уже, ты что вообще? Вся пионерская организация гудела, ты что, Андрюха? Ну, ты же молодой там, ты что? У тебя же есть девчонки, да, такие нормальные? Есть в классе такие нормальные девчонки? Ну, есть, но они не чпокаются. Андрюха, все чпокаются, что ты? Все чпокаются. Ну, просто сейчас начпокаться, чтобы потом не хотелось же, понимаешь? Так, пока молодой, все. Есть там у тебя в классе такая, одна такая, ну, самая классная такая? Есть такая? Ну, есть, конечно, ну как? Катька-блондинка. Катька-блондинка. Да. Ну, ты... Ну, она ж по физике очень слабенькая. При чем тут физика, Андрюха? Ну, как это при чем? Человек не может запомнить ни одной формулы. Ну, как это, ну? Андрюха, еще ни одной блондинки ни одна формула не пригодилась, ты понимаешь? Ты же знаешь все формулы, ты должен пользоваться этим. Подошел, сказал там, Катюха, да, там, ты же не дотягиваешь по физике, да. Приходи, я тебя подтяну, там, натяну, все дела, что ты? Надо начпокаться сейчас, пока молодой, начпокаться, чтобы не хотелось потом вообще. Не, мама говорила, что девочка должна быть скромной, из хорошей семьи. Да? Да. Ну, есть такие в классе у вас, есть? Ну, есть, есть, есть. Ну, а ты там с ними? Ну, Ленка есть. Ну. Она мне не нравится. Ну, привыкай, старик, что? Привыкай. Тут же, понимаешь, такая наша мужицкая доля, понимаешь, как бы... Одни чпокаются, другие из хорошей семьи. Это всегда так. Надо сейчас как-то, пока молодой, все там. Травку куришь? Не. Зря. Андрюха, ты что? Не, ну ребята предлагали, я отказался. Но это на алгебре было, мне теорему идти было доказывать. Да ты что, теоремы под этим делом вот так вот просто улетают вообще. Нет вообще. Я в твои годы, ты что, я такой, это надо сейчас накуриться, чтобы потом не хотелось и все, понимаешь? Пока молодой, накуриться, чтобы не хотелось вообще. Порнуху смотришь? Не смотрю. Как? Чё не смотришь? Ты чё? Я тебе все время оставляю в магнитофоне кассету. Чё ты? Я выставляю самые классные места, а ты не смотришь. Ты... Не, ну мне не нравится там драматургия, слабая, сюжет никакой. Андрюха, чё не нравится тебе? Три бабы, семь матрусов, ничего себе сюжета не нравится ему, слышишь? Капец, надо, Андрюх, сейчас насмотреться, чтобы потом не хотелось, ты понимаешь? Сейчас насмотреться. Не, ну мама говорит. Да что мама твоя говорит? Ты что? Кто тебя воспитывал, я или мама? Мама. А шрам у тебя откуда на лбу? Помнишь, я тебя подкидывал так вот и говорил, Андрюшка, расти большой, вырастешь, будешь всех чпокать, помнишь? А кто в дверь позвонил? Мама. Мама твоя. Это... Мама твоя из хорошей семьи, вот это. Дарюха. Ну хоть, ну друзья у тебя есть хоть? Не, ну есть друг. Есть, конечно, друг? Да. Ну хорошо. Витька. Витька? Да. Какой Витька? Ну Витька. Это Петик вот тот Витька? Ты же чпокаешь его? Нет. Чпокаешь Витьку? Да нет. Я тебе дам. Да нет, 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 нет. Витька нашел друга себе. Ничего. Он меня. Как он тебе? Как это он тебя чпокает? Ты нормальный вообще? Не, как ну, это он тебя чпокает? Я тебе сделаю. Ну ты же сам говорил, чтоб не хотелось. Чтоб не